Сургутские врачи спасли жизнь пациентки. Женщина поступила в Центр охраны материнства и детства. Беременность на 37-й неделе протекала под угрозой прерывания, тяжелой анемии и высокого инфекционного индекса. К тому же 2 года назад женщина перенесла серьезное заболевание. Благодаря профессионализму врачей роды прошли благополучно. На свет появилась малышка весом 3 килограмма 300 граммов и ростом 55 сантиметров. Но на третьи сутки у пациентки поднялась температура, начал развиваться сепсис и недостаточность нескольких органов, появились слабости и одышка. С этой минуты началась борьба за жизнь. Специалисты круглосуточно дежурили у постели больной. Ситуация усугубилась циррозом печени. Нарастала почечная недостаточность, произошла задержка жидкости. Пациентка могла дышать только в вертикальном положении. На консилиум пригласили экспертов из Сургутской окружной клинической больницы. Югорчанки провели антибактериальную терапию. Параллельно специалисты подключили один из высокотехнологичных методов лечения. Теперь угрозы жизни пациентки нет. Она переведена в Сургутскую окружную клиническую больницу для дальнейшей реабилитации и лечения.